Да, ездил. Мародерить ездил. Я вчера магазин воровал. Ходили маленько помародерничали, блядь. Нихуя надо, не маленько, а по полной, блядь. Вчера машину расстрелял. Ты? Да. Вроде а хули дело, стреляй, насрать, блядь, чтобы не в тебя ебать их в рот, блядь, теперь. Считай, что наркоманы и нацисты, ебаные. Куда? Мародерить. Коттеджный поселок Верховной Рады. Так. Ну, теперь у тебя есть два мертвых манто. Ёпта. У Даши есть этот самый мутоновый полушубок с песком. Дом один взяли на свой контроль. У нас, блядь, тут 20 человек в одном доме живет. Коньяк, блядь, пил за 7 тысяч, нахуй. Кока-кола не будет? Не будет! Охуеть, ебать. Ну ладно, привезу хотя бы телек за 70 тысяч. Он большой? Да. А вам разрешат его вообще везти? Да. Почему вам это разрешают? Потому что они сами это набрали. А еще у меня есть метабовский станок, о котором я мечтал, давно пильный. Сварочный. Одной мой. И две ямаховские колонки, как у Никитина, каждая, которая по 100 тысяч стоит. Сварочник новый в ящике, там, мясорубка на дачу новая. Да. Это только ты собрал все это? Да мы с князем ездили вчера вдвоем. Вчера у нас вот тоже, короче, просто какие-то три типа вышли прямо на нас. Мы их задержали, раздели догола, смотрели всю одежду. Ну и потом принимается решение, отпускать их или нет, потому что если их отпустить, они могут наши позиции сдать. И тогда нас всех тут порешает артиллерия. Всех. Ну и приняли решение просто в лесу их застрелить. Сереж, чтоб потом не говорили, что ты там это... Мародерил. Ну, это еще я блендер взял на 500 ватт. Ого, это мне надо. Я говорю, то, что я живу, это я не знаю. Мы выиграли билет один из 100 тысяч.